26 апреля в правительстве региона прошло заседание коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц подвел итог минувшего сезона, выделил достижения, в первую очередь успехи на Олимпийских и Паралимпийских играх, и отметил, что в 2022 году курс на развитие и рост результатов сохранится. Приняты решения, которые позволят нам расширить линейку спортивных соревнований внутри страны, внутри региона, межрегиональный формат. То есть это очень важно на сегодняшний день, это должно быть понятно, что мы реализуем для того, чтобы не растерять спортсменов, чтобы спортсмены не утратили мотивации к занятию физической культуры. Ну и прежде всего, конечно, это развитие детско-юношеского спорта. Это привлечение людей к занятиям, систематическим занятиям спортом. Это укрепление материально-технической базы. Все предпосылки для того, чтобы это реализовывалось, у нас есть. Особый акцент был сделан на теме патриотического воспитания. Первый заместитель министра Иван Колесник рассказал о новых практиках в развитии этого направления в нашем регионе. Среди перспективных направлений – успешное развитие межведомственного взаимодействия, эффективная работа по преемственности поколений, проведение патриотических мероприятий для молодежи. Только за пару месяцев в нашем регионе прошли такие масштабные акции, как лыжный пробег «Марш-бросок», спортивный праздник «Крымская весна», «Мост единения и мира», фестиваль единоборств «За президента». У нас патриотическое воспитание идет красной линией через все наши спортивные, молодежные, культурные события. Это очень важно в современных реалиях. Это направление номер один. И мы стараемся совместно с нашими коллегами из других министерств проводить такие большие, крупные мероприятия с максимальным вовлечением людей. Также на заседании коллегии прошла торжественная церемония вручения почетных наград. Нагрудные знаки за успехи в развитии физической культуры и спорта, благодарности и почетные грамоты от Министерства спорта России и правительства Омской области получили 22 представителя спортивной сферы нашего региона. Среди них министр спорта Дмитрий Крикорьянц и ректор СИБГУВКа Олег Шалаев.